Всем здравствуйте, доброго, чудесного утра. Идем мы на море, на пляж. Солнышко печет, настроение хорошее. И вам поснимаю последние деньки. Правда, у нас в Азербайджане и до сентября купаются море. Море сразу не остывает. Красота по дороге. Какое чудесное море сегодня, спокойное. Людей не очень много в будние дни, в основном приезжают в субботу, в воскресенье. И с утра тоже, конечно, меньше. Мы любим на море с утра ходить. Искупались, я не знаю, с чем это связано, но море стало холодным. До этого, когда купались, ну, градусов 29-28 было. А сейчас явно градусов 25. Вот уже второй день мы ходим на море. И море утром стало холодным. Но мы уже идем не совсем утром. Сейчас я вам скажу, к 9 утра. Раньше приходили, море уже было теплым. Потихоньку градус воды понижается. Хорошо искупались, отдохнули, правда, запозднились, до часу остались, дети не хотели, утром вода была холодная, градусов 25, если не меньше, а потом уже вода прогрелась, и, конечно, детишки стали купаться, не хотелось уходить, задержались, и плавали, и ныряли, да? Да. Ну, сейчас пойдем домой обедать. Сегодня мама приготовила плов, пожарила курицу, много-много лука, добавила сюда барбарис и рис. Рис линкоранский, такой душистый, ароматный рис получился. Такая вот вкусняшка получилась. Очень любим, когда много лука. Не все любят, детки у нас любят много лука. Особенно Алька. Всем доброго, чудесного вечера. Мы приехали увидеться с нашими знакомыми. Приехали в Хардалан. Этот вам парк я уже снимала один раз. Сейчас сниму еще раз. Такая погода хорошая, легкий ветерок дует. Муж предложил поехать увидеться с друзьями. И дети пообщаются. Смотрите, какая горка. Сейчас она поедет. Это веселые горки. Все, а мы посмотрим, да? Помнишь, Алька, мы с тобой на такое катались в Куала-парке? Да. Смотри, вот она сейчас замедляется, а потом резко начинает катиться. По рельсам, смотри. У нас через день вечерние прогулки. Вот, видишь, она замедляет, а потом резко начинает. Смотри, 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 смотри. Но она не страшная. Нет, она не страшная, она хорошая. Мы катались сами. Сели вот в таком удобном месте, хорошем. Сейчас будем чай пить. Thank you.
Остался чай? Да. У тебя же есть. Решили погулять по парку. Немножко походить. Очень нравится мне этот парк. Не первый раз его снимаю, показываю. Очень много деревьев здесь. Сосен. Прям в ряд посажены. Напоминает чем-то бамбуковую рощу. Так много людей, все вечером выходят, гуляют, отдыхают. Жизнь кипит. Мама, смотри! Детям, конечно, здесь рай. Посмотри, сколько развлечений разных. Детская горка, батуты. Не чай, да? Бирмана. Алия хочет кукурузу? Капкана. Вот видите, какой парк. Детишкам будет хорошо, так что можете смело сюда приехать. Здесь и взрослым есть где отдохнуть. Очень много кафешек, где можно посидеть, попить чаю. А зачем вам деньги? На какие? На качели. Вот тут еще и зум есть детский. А вот здесь зум стоит 2 маната 15 минут. Это вообще просто цены. Таких цен нигде нету. 2 маната 15 минут. Ой, там лебеди. Они по воде как бы. Двое прокатились там. Да. Ну идемте возьмем деньги. Мы в зум хотим сходить. В зуме не надо. Попрыгуньки можно? Аттракцион стоит 1 манат. Еще
можно вот на таких пуфиках отдохнуть, посидеть. Хорошо погуляли, отдохнули, возвращаемся домой. Всем желаю крепкого здоровья, доброты, мира, благополучия. И огромное спасибо, что вы поддерживаете мой канал, оставляете доброжелательные отзывы. Всем большое спасибо.